Хорошо, я даю команду на 3 появляется рядом кот Фелицис, 1, 2, 3, его тонкая копия стоит перед нами. Да, есть. Хорошо, котик, мы пришли тебе помочь, тебя тут обижают, как он выглядит, Вера, посмотри. Ну, закутан весь, во-первых, арахноид. В его сетку Был. тоже попал, да, в его паутину попал, и еще красная сверху, да? Наоборот, под ней преисподней. Понятно. Я даю команду на 4, включая внутренний белый свет Фелицису. 1, 2, 3. Этим внутренним белым светом он выдалит из себя все негативные патогены, низкой операционной энергии, находящиеся в его биополе. 1, 2, 3. Все выходит до 100%. И формируется перед ним в шар. Он хрипит. Выдавливаем все полностью. Все. Из него выходит какой-то комок свернутый, он лапой подталкивает его к этому в шар. К шару. И входит этот комок в шар. Готово. Открывая портал в галактическое ядро, этот, комок, этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. И на четыре макушку головы кота Фелициса начинает поступать необходимое количество к ему комфортной кошачьей энергии. Один, два, три потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые ему цвета начинают поступать, мощность потока усиливается. Чистота его вибрации поднимается до комфортного уровня котика. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Есть. Хорошо, Фелицис, как ты себя чувствуешь сейчас? он показывает вокруг здесь много сжатых энергий, нехороших, негативных. Мы это порталов. все. Уберем. Мы все порталы закроем и все энергии уберем. У тебя будет защищенное чистое место. Мы сейчас закончим работать. Да. И все... Он согласен. Хорошо. Ты скажи, тебе хочется что-то передать хозяйке? Может, тебе хочется какой-то отдельный корм или что-то другое, может, игрушка. Ты скажи, я передам. Может, тебе что-то не нравится. Там полно игрушек, ничего не хочет. Он. Хорошо. Чтоб только чисто было, да? Да, его энергии должны в чистоте находиться. Согласен. Хорошо. Будем возвращать Фелициса. И для усвоения вибрации, энергии вибрации, возвращаем тонкую копию кота Фелициса в его биоробот. Заходит, синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готово. На счет три появляется рядом тонкая копия кошки-фея. Один, два, три. И кошка Фея стоит перед нами, ее тонкая копия. Да. Привет, Фея. Тут говорят, тебя обижают, да? И кот защищает ее. Он берет от тебя все. Хорошо. Мы пришли тебе помочь. Котика мы уже почистили, Фелиция. Сад. Она говорит, потому что я красивая. Конечно, ты красивая, безусловно. Тебе что-то мешает в этой квартире? Ты хочешь что-то хозяйке передать? Ну, ничего не хочет передать, но у нее так только... Разместные смыслы эгоистичные, разные. Угу. Еще эгоистка. Хорошо. Включаем внутренний белосвет феи. Один, два, три. Этим внутренним белым светом она выдавливает из все негативные патогенные низкоэбрационные энергии, находящиеся в ее биополе. Один, два, три. Энергия выходит и формируется перед ней в шар. Вышли. Открывая портал галактическое дро под шаром, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Даю команду на три макушку головы феи. Начинает поступать необходимое количество кошачьей энергии. Ей комфортно. Один, два, три. Пошли потоки. И чистота вибрации поднимается до комфортного ей уровня. Пошел подъем. А, она говорит, что она светская кошка, и она не хотела бы попадать к ветеринарам. А как же, Поход же ходить? к врачам – это унижение. Ну почему унижение? Врачи тебе помогают для того, чтобы ты еще дальше была красивая и здоровая. Время от времени надо ходить к врачу, проверять себя, чтобы предупредить какие-то болезни. Ты должна здесь осознанно относиться Он чужой к этому. для нее. И мне не нравится, когда ее чужие трогают. Хорошо. Есть врачи. Врачам надо тебя потрогать для того, чтобы понять, болит у тебя что-то или нет. Все остальные тебя только гладят. Поэтому фея, ты уже как-то должна понимать. Ты же кошечка умная и красивая к тому же, поэтому тебе нужно об этом задуматься. Тебе никто плохого не желает. А там даже наоборот. Они хотят, все хотят, чтобы ты была здоровая и красивая. Но поэтому... не жалуется, она говорит просто то, что... Хорошо. Корм тебя устраивает? Ты хочешь какой-то другой корм? У тебя есть любимый корм? Устраивает. Или тебя... Замечательно. Хорошо, фея. Будем возвращать тебя назад в твой биоробот, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Мы квартиру почистим, все порталы закроем, все будет хорошо. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию феи в ее систему биоробот душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Чистка квартиры, это не ее проблема, у нее есть кот, который этим должен заниматься. А, вот, действительно, Готово. аристократичная какая кошечка. Хорошо.